Ну, пропоную розпочати, власне, з коментаря до заяви Єнса Столтенберга. Власне, чи розділяєте ви його думку про те, що не варто очікувати дуже швидких і таких, знаєте, глобальних якихось успіхів від української наступальної операції, бо маємо пам'ятати, якою ціною дається наступ, наскільки все це важко. Але водночас, як ви сьогодні можете прокоментувати ситуацію на полі бою? Ну, во-первых, действительно положение непростое. Действительно, есть у нас потери, но они несравнимы с потерями оккупантов. То, что мы видим в телеграм-каналах оккупантов, то, что говорят в СМИ российском, это полнейшая чушь. Они чуть ли не разбивают все наше контрнаступление. Это не так. Наши ребята героически сражаются и продвигаются. С каждым днем у нас есть значительное продвижение. И это чувствуется на поле боя. И поэтому надо вообще прекращать слушать российские СМИ, потому что как у них, так мы чуть ли не проигрываем полностью контрнаступление. На самом деле очень продвижения неплохие. Мы уничтожаем как и технику врага, так и людской ресурс врага уничтожается просто колоссально. Пане Денисе, але загалом, наскільки серйозно підготовлена їхня оборона? Бо, до прикладу, британська розвідка каже про те, що подекуди, в деяких, на деяких відтинках фронту, ну, так облаштована ця їхня оборона серйозно, що вони навіть такого ніде не зустрічали і не бачили. Ну, у них за то время, пока они находятся, скажем, на запорожском направлении, они успели очень хорошо, скажем так, занять позиции, и у них сейчас более такая оборонительная, скажем, позиция, они в основном обороняются, но все равно у нас получается, так как мы получили и технику, получили и артиллерийские снаряды, нам получается вытеснять врага. Это, конечно, нелегко. У нас есть потери, но мы вытесняем врага и вытесняем довольно-таки неплохо. Як поводить себе зараз ворог? Я так розумію, що він намагається всіляко мінувати поля, нальоти авіації, що вони не здаються, що це дуже криваві і важкі бої. І от те, що ви кажете про техніку, вони направду заявляють, що знищили дуже багато вже нової техніки, яку передали наші міжнародні партнери України. Але що треба розуміти про втрати серед техніки, коли ми говоримо про наступ? Наскільки це ну, допустимо, і навіть ті відсотки якісь невеликі, які є? Ну, скажу так, что наша техника, у нас, как я уже сказал, есть потери и в людском ресурсе, есть потери и в бронетехнике. И, конечно, они пытаются всячески как-то не дать нашему контрнаступлению завершиться успешно. Они пускают в ход и авиацию, и тоже пускают и танки, и артиллерию, и людской ресурс, но им не удается сдержать наше контрнаступление. Им не удается сдержать, и повторюсь еще раз, у них очень большие траты. Они просто не ожидали такого контрнаступления, которое идет на них. Чи намагаються вони полювати за нашими якимись унікальними технічними засобами, за тими машинами новими, які ми маємо, за танками? Тому що ми зараз бачимо багато відео, де, власне, вони думають, що то леопард, а то звичайний дерев'яний якийсь макет. Да? Навіть такі історії бувають. Тобто ворог витрачає снаряди, там, не підлетівши і не роздивившись, в що ж він цілиться. Наскільки оце сафарі вони відкрили, що стосується нашої техніки? Ну, во-первых, они испуганы. Они испуганы нашим контрнаступлением. Они испуганы тем количеством техники, которую они видят. Они не ожидали этого. Они испуганы тем, что насколько подготовлены наши бойцы. И поэтому, понятное дело, что они тратят артиллерийские снаряды буквально на все то, что они не видят. И на всякий случай, потому что они очень испуганы. И опять же, они видят, какие у них утраты. Они видят, насколько, в какую мясорубку они попали и в какую мясорубку их кинули. И поэтому
они, скажем так, и растеряны, и испуганы. У наших ребят, слава богу, есть и мотивация, и дух, и мужество, и возможность сейчас есть уничтожать врага. Оцей фактор деморалізації ворога, про який ви говорите, скажіть, наскільки він також грає важливу роль того, що зараз набагато більше можна побачити кадрів, як вдається брати ворога в полон? До прикладу, на Бахмутському напрямку ми зараз бачимо, що наші хлопці, їм вдається брати в полон от російських військових, очевидно, у великих кількостях поповнювати цей обмінний фонд. Ми бачимо і чуємо, що говорять ці російські військові, що ну, вони не очікували такого наступу, вони не очікували такого перебігу подій. Чи може відбутись такий, ну, знаєте, за ефектом доміно, каскадний обвал їхнього фронту і, власне, велику здачу в полон, ну, це таке, знаєте, навіть дезертирство і демотивація абсолютно. Ну, вони дійсно дуже, скажімо так, розтеряні, вони да здаються в плен, не тільки на Бахмутському направлінні. Ми це бачимо і взагалі на всьому Донецькому направлінні, что насколько наши ребята завоевывают каждый день, мы видим какой-то центр, постоянно мы видим, как вывешивается флаг Украины, как мы завоевываем каждый день участки, хотя всячески, если посмотреть российские СМИ, то все, наше контрнаступление провалилось, хотя мы каждый день завоевываем новый и новый участок, мы забираем себе нашу территорию. Поэтому они, конечно, очень растеряны и, повторюсь, очень-очень испуганы, что они видят, что им гораздо лучше сдаться в плен. Им гораздо лучше сдаться в плен и остаться в живых, потому что в противном случае они будут уничтожены. Как они видят это на сегодняшний день, что мы просто уничтожаем их, опять не побоюсь этого слова, просто колоссально. Просто мы подготовили очень правильно стратегически и тактически. И большое спасибо нашим партнерам, как западным, так и европейским, что смогли нам передать такое количество вооружения, такое количество бронетехники. И благодаря этому мы, я думаю, что, как я повторюсь, когда-то к концу лета завершим войну с полнейшей нашей победой и вытурим врага с нашей территории. А часть, которая более умная, все-таки сможет сдаться в плен, чтобы остаться в живых. Вы думаете, до конца лета, пана Дениса? Я думаю, до конца лета мы расправимся с врагом окончательно. Ми зараз бачимо, що відбувається на російській залізниці. Там потяги сходять з рельсів, там бавовна відбувається. Скажіть, наскільки це стратегічно важливо, щоб це був такий системний підхід, тому що ми розуміємо, що Росія воює залізницею. Так? Те, що зараз відбувається, наскільки це ну, саме зараз потрібно? Это необходимо, чтобы происходило. Необходимо так же, как и бойцы, скажем, РДК и Свободы России заходят на российские территории. И то же самое, чтобы люди в самой России поняли, что им пора выходить на митинги, пора, может, делать какую-то революцию. Потому что, во-первых, гибнет колоссальное, большое очень количество мужского населения России. Матеря, жены, сестры должны это видеть. Люди должны встать и взбунтоваться уже, встать этому маразматику Путину, сказать, что все, достаточно. И должны свергнуть его. Это единственный их шанс вообще остаться как-то на плаву, как-то, чтобы Россия как-то выжила. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, что периодически и ребята с РДК, и со Свободы России заходят и на российские территории, и что происходят различные диверсии и контрнаступления. Дай бог, мы в скором времени будем видеть очень значительные результаты в нашу сторону. Через звичай Росія вдається до таких історій, як, до прикладу, Каховська ГЕС, як замінування Запорізької атомної електростанції, як обстріли аміакопроводів. Чи будуть вони рухатись у цьому напрямку? Так обережно вас спитаю, тому що ми бачимо, що вони не жаліють, вони готові навіть пожертвувати своїми військовими, аби тільки, ну, хоча б якось завадити українському наступу. Це єдине, що вони роблять. Ми до цього, к сожалению, привикли. Они обстреливают мирные города, бомбят. Они взрывают дамбы, взрывают Каховскую ГЭС. Они, скажем так, терроризируют и делают такие вот пакости, которые
выходят в конце в глобальные катастрофы, что это вредит не только Украине, это уносит жизни и их служащих, но им, как вы правильно сказали, им на это полностью наплевать, и поэтому они будут продолжать это делать, потому что это хоть как-то оттягивает наше контрнаступление, потому что мы тогда должны заниматься проблемами, которые у нас есть. Мы должны помогать людям, мы должны спасать людей у нас, потому что глобально это катастрофа. И тем самым они где-то могут мобилизовать каких-то еще солдат. Они могут это время потратить на обучение. Они каждый раз пытаются выкрасть хоть чуть-чуть времени, потому что они чувствуют свой конец, конец их приближается. И они вот этими вот вещами, этими терактами, они пытаются как-либо внести панику в украинское население. Хотя у них это тоже не получается, потому что украинское население стало очень мужественное, очень духовитое, очень мотивированное. И я не думаю, что чем-либо уже способны эти террористы напугать Украину. Денисе, на сам кінець, ви кажете, що вони намагаються використати час для того, щоб навчатися. Ви як інструктор, скажіть, помічаєте, що вони направду зараз армія ефективніша, аніж на початку повномасштабного вторгнення? Вони чомусь навчилися, можливо, і у нас також? Скажімо так, недооценивать врага мы не должны, потому что воюют они сильно, воюют действительно сильно и воюют неплохо. Как и те же кадыровцы, как и регулярная российская армия, они воюют достаточно неплохо. Есть у них хорошие подразделения, но наши ребята, как было это и полгода назад, и еще раньше, что они были на пару голов выше, потому что у них есть мотивация, у них есть дух, и наши ребята подготавливаются каждый и каждый день. Когда происходит ротация или еще что-то, наши ребята не отдыхают, они переводятся в тренировочные лагеря, где они тренируются, где они подготавливаются и возвращаются на фронт. Поэтому шансов у российских оккупантов нет. Однозначно. Спасибі вам величезне, що ви доєдналися. Денис Десятник, екс-командир ізраїльського спецпідрозділу, доброволець Збройних сил України, був в етері «Апостроф ТВ». Дякую.